За прошедшие сутки в округе коронавирусом заразились 123 человека. Также были два летальных случая в Ноябрьске и Пурском районе. На 8 февраля в регионе 65 новозаболевших, среди них 6 вахтовиков и 59 человек в населенных пунктах. 157 пациентов за те же сутки выздоровели. В суточном приросте в лидеры выдвинулся Новый Уренгой. Здесь 13 заболевших, 19 человек в округе находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, 9 пациентов на ИВЛ. Есть и один погибший. В Новом Уренгое не стало 71-летнего мужчины. В России около 16 тысяч человек заболели, более 400 погибли. На поправку пошли тоже почти 16 тысяч пациентов.